Так, пошли через бедро. Через бедро. Через бедро, через плечо. Пошли. Через бедро, через плечо. Лучше через плечо. Девочки через бедро, мальчики через плечо. Давай.
потом другой кроссовки. Потом самый легкий через бедро сделайте по три раза. Девочки, вы что, еще что, заднюю подножку делаете? Да. Давайте быстрее, мои красавицы.
руки ногами. Оп, пошли. 15 правый, 15 левый. Махи, махи. Сначала махи. Разогреть, а потом становимся. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Делаем. 12, 13, 14, 15. Другой ногой пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Дико лицом сюда. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, встали. Вы здесь и в шпагат. Смотрите. 5 секунд так, 5 секунд так, 5 секунд так. Пошли. Минуту работаем. То есть чуть-чуть так, потом чуть шире. Потом чуть шире, потом чуть шире. И так. Да, а то зима, побежали до микроавтобуса, раз сели в шпагат, и все. Да, и будете ходить, как будто у вас памперс. Да. Я один раз побежал, 17 лет назад, больше не бегаю. Как сел на шпагат, хорошо сделал страховочку. А потом ходить не мог. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, а теперь встали. Ножки вместе, страховку назад. Сделали и сразу встали. Один раз. Раз. Перестали. А теперь ножки чуть-чуть шире. Чуть шире. Сделали страховку назад. Так. Чуть-чуть отодвинь. Еще чуть шире. Пошли. Страховка. Рассказываю вам, для того, чтобы у вас ничего не болело. На себе испытано. Тоже не размялся, боролся, меняли после Нового года. Бросал, а потом меня зацепили. Я думаю, ладно, пусть бросит. Он зацепил, упасть не мог, он держится, чтобы бросать. И здесь как крест, и пришлось доктора вызывать. Чуть-чуть позвонок, чуть-чуть сошел с места. Значит, посмотрите, когда страховку делаете, вам зацеп, да? Почему я шпагат вам делаю? Для того, чтобы вы чувствовали хорошо. Вы не садитесь прямо, а садитесь на одну ногу. Забрали ногу, на эту садишься. Зацепили эту ногу, стараешься на эту сесть. Пошли. Еще шире страховка. На ножку. Еще шире страховка. Падай. Справа или налево. Еще раз. До конца садись, разворачивайся. И последний раз. Шире ноги. Как можно шире. И садимся. Оп. Молодцы. Так. Андрюха сюда. Еще раз. Какой сапог? Ножки чуть шире. Пошире. Видите, когда ноги широко? Широко. Тогда делаем бросок назад. Смотрите, что я делаю. Я делаю шаг. Раз, два. Как через спину с колен, да? Делаю движение. Раз, два. Потом хоп. Зацепил. Вот сюда. Он упал. Не надо жестко цеплять. Поднимать. Извиняюсь немножко. Да, раз. Еще раз. Раз. Посмотрите. Не поднимая ногу. Просто вот. Раз. Движение. И все. Не надо силу. Прямее. Еще раз. Еще раз. Посмотрите. Вам не тяжело? Встаньте сразу боком. Просто подойдите. Да? Подойти. А еще и такой скрестный шаг. Вот сюда. Раз. Хоп. Чуть-чуть. Все сам упадет. Пошли. Так. Иди ко мне. А, нет. Ты делаешь ей. А ты ко мне. Я тебе делаю. Пошли. Чуть ножки шире. Так, я делаю раз, два, и проходишь. Ух, у нас вообще пока. А, ну, зачем? Раз, так, сюда, Руслана. Руслана, сюда, клики, знает, как. Ручки, сейчас я тебе делаю ножки шире. И раз, и молодец. Вот, умница. Так. Двигай сюда. Руслан, ко мне. Еще раз. Ты хочешь вперед бросить. Посмотри. Дальше боком, да? Делаешь движение. Раз. И отсюда чуть движение. Сюда, ко мне. Так, шире.
Без рук. Без рук. Три раза. Пошли. Уно. Двое. Три. Хорошо. Сели на колени. Пальчики размяли. Хорошо. Падаем вперед три раза. Пошли. Уно. Двое. Три. Высокий парка. Три раза вправо, три раза влево. Смотрите аккуратно. Больше сильно не бей. Отжимай. Давай, сделай. Аккуратно.
Александрович, можешь сразу посмотреть. Так, сюда. Видите, сюда. Поклонились. Вы боретесь. Захват обязательный. Стоп. Стоп. Вы как бедный рост. Вот так будете. Руки сразу. Руки. Буду бить. А, сейчас палочку возьму. Где палочка, моя любимая? Отжимай. Стоп, 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 стоп. Это вам дело.
доставать пояс, потому что они уже тогда не борются, а просто падают на колени. Старайся вот оставаться здесь, чтобы у тебя одна нога хотя бы была в центре. То есть если он ушел туда, то есть не идешь за ним, если борешься, а отпускаешь, опять становишься здесь. Дальше. Да, старайся пока здесь держать. Я знаю, но тут другая получается. Он когда чуть-чуть выпрямляется, что-то может делать. Если брать за пояс, то вообще да, чуть-чуть делать. Не отбил на него. Просто я думал, что сегодня будет или Дику, или Макс. Матэ, поклонились. Ко мне. Вперед. Вперед. Отжимай.
правша. Берешь вот здесь. Он тебе раз сверху пересвет. Все, ты никакой, потому что эта рука не работает. Вот эта рука, он же правша. Что нужно делать? Стараться, чтобы он там не взял далеко. Стараться, видишь, не брать зарплату, может быть, не пускать. Чтобы хотя бы, видишь, вот сюда. Может быть, вот здесь даже взять. Матей? Матей! Встали, пошивы трубка, брат. О, чемпионы мои, блин. Где это с мамой? Пришел с утра, блин, пропустил тренировку. Так, набрасываю уже. Еще убью. Хорошо. Матэ. Так, Лилия, встань вон туда. Вот туда. Андрей, сюда. Николай, сюда. А ты вот сюда. Чем? Вика. Становишься в центр. Руслан, сюда. Михаил ушла. Сюда. Так. Покажи ему. Ты делаешь бросок ему через бедро. Покажи. Пошел на него, делай ему через бедро. Аккуратно. Да, не, аккуратнее. Нет, уходишь сюда, туда. Туда, Николай. Тебя туда бросили? Идешь сюда. Андрюха, идешь. Руки! Не бери захват. Или, смотри, захват уже не надо, просто руки, обе руки снизу. И пошел. Один раз всего, один раз всего. Не бери. Нет, попробуй. Иди сюда, Лили. Семь. Восемь.
больше... Нет. Куда, куда ты бросаешь? В какую сторону? Если в ту сторону, то там, где живут. Пожалуйста. За шею. Поворачивайся. Нет. Не-н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 е. Ты наоборот делаешь. Все, ушел, ушел. Вика, продолжай. Приготовились? Так, давай, Николай. Сделай бросок ему. Бедро. Хорошо, готовы? Хаживай, пошли. Раз. Еще 10 бросков. Два. Давай, 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 давай. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Запишу, а потом ты сам будешь определять, за кого ты будешь бороться, с кем. А то ты мне в последний момент скажешь, а... Коля, хочешь бороться? Хочешь, но не сегодня. Точно вес скажешь. 51,6. 61. Андрюха, смотри. 61,600. То есть это тебе надо будет в следующей пятнице иметь 60 килограмм. Ну 66, сам понимаешь, ты возраст маленький, а пойти просто побороться, этот, значит, еще раз, что нужно? Мне нужно, чтобы в четверг, в пятницу принесли
бюллетин или паспорт или это, и 200 лей. То есть это идет за участие. Потому что еще платится, например, лицей платит 150 евро, или школа, или интернат платит 150 евро. То есть это вот это вот. Так, ты понял?